Warner Bros. Выпустили первый тизер-трейлер к фильму режиссера Тодда Филлипса «Джокер» 3 апреля, и интернет просто сошел с ума, потому что фанаты сразу же начали яростно спорить о том, какой актер лучший Джокер — Хит Леджер из «Темного рыцаря» или же новый клоун-принц преступного мира Хоакин Феникс. Когда дело доходит до Джокера, у каждого есть своя любимая версия. Некоторые предпочитают образ персонажа Сезара Ромеро в серии про Бэтмена 60-х годов. Другие считают, что 80-е годы подарили нам лучшую в истории интерпретацию Джокера в исполнении Джека Николсона в фильме Тима Бёртона. Do I look like I'm joking? Некоторые фанаты немного более радикальные, предпочитая серебряные зубы и татуировки Джареда Лето в «Отряде самоубийц». Bring the car around. We're going for a drive. И некоторые даже считают, что ни одна живая версия персонажа не может дотянуться до озвучки Марка Хэмилла. Let the good times roll. Но покойный Хит Леджер, вероятно, произвел на зрителей большее впечатление. Why so serious? По сей день многие поклонники все еще верят, что никто и никогда не сможет даже приблизиться к его потрясающей игре Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь». Тем не менее, скоро на большом экране появится новый Джокер – Артур Флек Хоакина Феникса, начинающий комик, который страдает от психического расстройства и становится Джокером. Неудивительно, что социальные сети и бесконечные сайты развлечений активно обсуждают, какой актер лучше сыграл Джокера. Вскоре после выхода трейлера на фильм Тодда Филлипса «Джокер» один фанат написал в Твиттере, что Феникс будет лучшим Джокером всех времен. Другой фанат написал, что Феникс претендует на корону Хита Леджера как лучший Джокер. Еще один пользователь Твиттера был настолько потрясен, увидев Феникса в действии, что сделал ставку на исход фильма. «Я говорю это заранее, Хоакин Феникс станет лучшей художественной версией Джокера». Многие фанаты поспешили напомнить людям об игре Леджера и сравнили нового актера с ним. Один пользователь Твиттера написал: «Я почти уверен, что Джокер Хоакина Феникса будет лучше, чем Джокер Хита Леджера». Джемиль Хилл, штатный писатель The Atlantic, посчитала, что Феникс может в конечном счете добиться лучшей игры. Я не думала, что кто-то сможет сыграть Джокера лучше, чем Хит Леджер, но Хоакин Феникс играет так, что у него есть шанс на победу. Тиа Фаби из Geek Vision Nation написала статью о том, почему Феникс, возможно, войдет в число лучших Джокеров в истории, написав: «Это отличается от того, что мы видели раньше, и фильм будет достоин Оскара, запомните мои слова». Между тем, один фанат, очевидно, был готов перевести онлайн-дебаты на физический уровень. Хита Леджера никогда не превзойдут в плане Джокера, готова драться за это. Писатель Джордж М. Джонсон написал, что люди должны, цитата, «позволить Джокеру упокоиться на пике славы». Это явно отсылка к Леджеру, который скончался в 2008 году в возрасте 28 лет. Адвокат Эйприл Рейн позже ответила на твит Джонсона, написав: «В точности передал мои мысли. Зачем кому-то даже пытаться сделать это после смерти Хита?» Ярый поклонник Джокера, профессиональный игрок Fortnite Nate Hill, написал в Твиттере: «Джокер Хита Леджера был настолько хорош, что персонаж должен был уйти в отставку. Я буду сравнивать каждого Джокера с Хитом, и все они будут меркнуть по сравнению с ним». Дебаты были не менее жестокими в Инстаграме. Один человек написал, что Леджер – лучший Джокер, и цитата: «Анархист Джокер всегда будет моим любимым». Другой утверждал: «Хит установил высокую планку, но Феникс – один из лучших актеров, и его Джокер также может стать культовым». Некоторые фанаты просто отказались выбирать лучшего Джокера и вместо этого утверждали, что сравнивать их просто невозможно, поскольку актеры играют разные итерации классического персонажа. Хоакин играет раннее становление Джокера, Хит Леджер – уже развитый и установившийся персонаж, было бы глупо сравнивать их. Другой фанат даже попросил весь интернет перестать быть интернетом. «Может, мы перестанем сравнивать, кто играет персонажа лучше? Пожалуйста! Черт, онлайн-фанаты просто угорают, серьезно!» Один пользователь Твиттера высказался очень хорошо. Хит Леджер и Хоакин Феникс были друзьями. Так как насчет того, чтобы перестать сравнивать их игру Джокера? Это неуважительно и бестактно. Само собой, это лишь несколько цитат из тысяч реакций фанатов, опубликованных после просмотра тизера Джокера, и мнения неизбежно изменятся, когда приблизится дата премьеры фильма, и уж тем более после показа на большом экране. Неважно, чей вы фанат, Феникса или Леджера, или вообще не хотите выбирать стороны, постарайтесь непредвзято относиться к новому Джокеру, и уж тем более не стоит драться за это. Джокер появится в кинотеатрах 3 октября этого года. Посмотрите новые видео на нашем канале. К тому же скоро выйдут и другие ролики про фильмы расширенной вселенной DC. Так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео.